Всем привет, друзья, с вами Виджей Дрим. Надеюсь, вам понравится данное видео, и вы поддержите его лайком и комментарием, мне будет очень приятно. А также заглядывайте на стримы. Все необходимые для этого ссылки в описании под видео. Подписывайтесь и берите все самое необходимое и самое вкусное. Желаю приятного просмотра. Поехали! Это мне не поможет, братан. Это мне не поможет. Как от них избавиться? Ё-моё. Да иди ты в жопу! Что, блядь, происходит? Да сука, я здесь 5 минут, дайте мне... Хоть в игре разобраться. Чё ты доебался? Чё ты доебался? Чё ты доебался? Иди в свое аборигение, блин, ты мудень сраный, иди в свое аборигение. Охереть вы сносите. Чё так больно? А чё мне хилиться, у меня нету ничего. Что происходит? Это что? Это блок? Твою медь! Мне дадут вообще с места сойти с этой игры, блин, или нет? Я... И напарник, сука, блин, костер пошел делать. Далеко ты ушел, блин. Хера себе, у меня, конечно, первое приключение. Попал, блин, на остров. Что происходит? Ты дом раздолбал? Что? Я нахера тебе его строить приказывал, дебил, чтоб ты в него упоролся и раздолбал его? Че ты делаешь, имбецил? Господи, что при... Да ты ебись ты от меня! Что ж вы доконали-то меня? Вот, видите, я ем ваших, блин. Вы моя еда, скотина. Что, я так что, ногу в руках держал? Ух! Зараза! Что происходит? Господи, помогите! Ебать, колотить, это какая-то дикая жесть вообще, я не знаю. О, твою мать! Я хочу загрузить. Я хочу загрузить. Чувак ходит с мотором от лодки вокруг, блин, и пилит. Я 20 часов прожил, за 20 часов я сожрал целую кучу людей. У меня такое чувство, как будто я делал это и до того, как. У меня такое чувство, как будто я, судя по всему, питался людьми постоянно, на постоянной основе. Это мой естественный обычный рацион. Я даже без задней мысли, я прям взял, убил аборигена, поднял и съел его. Даже не поперхнулся ни разу. Никаких тебе фу, никаких тебе там... Да вообще ничего, просто взял такой... Зашибись. Меня не просто так в армию взяли. Явно не просто так. Зараза, дайте мне хоть... Ну, хоть чуть-чуть передышки-то.
Они хоть когда-нибудь от меня отлипнут вообще, чат? Это из-за того, что я такой уровень сложности выбрал, или они на меня так лезут, что ли? Я ж... А как мне развиваться-то? Я ничего сделать не могу. Я даже от своего лагеря отойти не могу, банально. И как мне... Что мне делать? Хорошо, давайте я сейчас еще раз попробую загрузиться. Попробую сейчас просто отойти, отбежать оттуда. Чтобы они меня так не ловили. Жуть, блин, какая. Давай, бей меня, скотина. Давай. Построить дом и забор? Да я строил дом, только он какой-то странный оказался. Я думал, он будет какой-то более... Плюс мой напарник тупит. Ему сказал сделать костер, он уперся в дом и сломал его наполовину. Очень странная игра, но прикольная своего рода. Пошел в жопу, блин. Твою мать. Сука, блин, сейчас скоро рассвет уже, по идее, будет. Ебать, колотить. Извините, конечно, я прям что-то вообще, ну, как бы... Чего они так доконались до меня? Я им ничего не сделал. Я всего лишь съел пару их сородичей, и что? Ну, я могу пить, а... Ну, пофиг. Я ем аборигенов, и мне нормально. Вода грязная, это не самое плохое, что может со мной случиться. Почему я хотя бы не пожарю его? А где мой напарник? А как мне убрать зажигалку? Убери зажигалку. Нет, а как ее убрать? Убери. Да убери ты зажигалку, блин, ладно. О, господи, боже ты мой. Так, дом на дереве. Платформа на дереве. Ух, нихера. О. А, кто идет? Кто идет? Кто идет? Там норм дом есть? Да, я дом на дереве сделаю, нормально. У меня напарник исчез. У меня напарник исчез. А что мне делать? У меня напарника больше нет. Да мне бы хоть какой-то дом на дереве. А без напарника я ничего не сделаю. Где мой напарник? Чат, а что мне делать? Куда он делся? Охереть. Шиш, давайте, знаете, что сделаем? Ёманал. Посмотри по GPS-навигатору. Я вообще хочу заново игру начать. И сразу начну с построения дома и прочее, потому что меня сейчас аборигены зажрут. Я хоть немножко научился.
И вроде, ну, хоть более или менее. А как мне сначала начать? Тут вообще есть такая функция? Что такое режим большой головы? Давай включим. Что изменился? Я... В смысле? Что? А зачем? Типа, чтобы лучше замечать или что? Это же ебануто выглядит, блин, пипец. А я могу так же делать по деревьям? Как вы смотритесь забавно. Не, ладно, я так не хочу. Повреждение конструкции. Ебать, это странно. На. Сейчас чекну. Бля. Так, ой, это не... Я эту штуку перепутал с ним, блядь. Так, брат, братан, братишка, приходи в себя давай. Сейчас мы с тобой соберемся, не ссы. Давай, 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 давай. Сейчас я на тебя повешу задание, будешь строить дом. Так, построй. Так, нет, подожди, давай, вначале иди за мной, просто иди за мной. Так, давай. Вот здесь хорошая полянка, вот тут мы будем жить. Недалеко от берега, но пофиг. Чтобы... А, подожди, а почему инвентарь мне показывает? Я же уже умею. А, они хотят, я понял. Так. Дом. Ух, нихера себе. А, все, понял. Вот так, давай, ебанем. Так, брат, братан, братишка. Давай. Херач. Я пока пойду чемоданы быстренько пооткрываю. Смотри, чат, я уже прям профи. Красотища, писец. У меня граната есть, кстати, надо пользоваться. Надо, когда они придут, ебануть, блин, гранатой. Чё? Почему звук воды был? Я ж не докинул до воды. Так, хорошо, еще чемоданы. Не, ну сейчас я уже буду выживать просто максимально профессионально, чат, цени. Максимально профессионально. Профессионализм уровень боженька, мать вашу. Очень красивые звуки. Мой напарник там, надеюсь, строит, все хорошо. Сейчас я быстро нарублю некоторое количество деревьев, он пока пускай бегает, и я быстро потом помогу ему добежать.
чтобы дом построить. Ну, то есть тоже помогу ему строиться. После сразу мутим костер. Ты будешь падать-то, алё? А-а-а. Так, давай таблеточку скушаю. То у меня маловато хп, и мне это не особо нравится. Аккуратно, тебя же убьют нахуй. А, так его вообще не убивают, я понял. А он реально никак не может против аборигенов драться? Я могу дать ему какое-нибудь копье, топор, какую-нибудь фигню, чтобы он тоже вместе со мной дрался. Я специально, кстати, если что, выбрал полянку без кустов, для того, чтобы аборигенов было получше видно. Иначе я там вообще в кустах их нифига не видел. На максимальной графике все очень красиво, но прикол в том, что я нихера не вижу аборигенов в кустах. ХЗ? Кусты надо рубить, блин, вокруг дома. Так, хорошо, всякие палочки и прочая дичь я быстренько возьму, правда не знаю нафига. Вроде как она мне нужна. Ой. А, блин. Так, ну все штатки. Шиш. Аборигены вроде пока на меня не нападают. Я так понимаю, они приходят ночью, да? Так, братан, нам надо очень быстро строить дом. Очень быстро строить дом. Поэтому давай, я буду тебе помогать. А почему ты берешь по одному, а я беру по два? Сочкует. Да, он помогает, но как-то по-своему. В плане скорости. Соло я быстрее строю. Ну, не соло, в смысле, а если я тоже этим занимаюсь. Ну, он хоть что-то делает, ладно. В любом случае, какое-то количество он принес. Время это строительство уменьшает. Деревья прикольно ломаются. Я бы сказал, более или менее реалистично. Так, ты где? А, нормально. Я думал, ты опять куда-то съебнул, блин. Ты быстрее, быстрее, быстрее двигай своей попой. А где дверь у него? Подожди, я думал, что дверь это вот это. А, или это и есть дверь. Потому что что-то... Как в него входить надо будет? Ха, ладно.
А! В смысле? Нифига! Я руками, что ли, разорвал? Нихера себе! Я аборигена, блин, еле пизжу, а дерево взял руками, надел пополам, блин, Что? Я очень странный человек. Листок коллектед. Блин, тот самый момент, когда инди-игра с такой графикой оптимизирована лучше, чем некоторые AAA проекты. С графикой похуже. Шиш. Это какой Unreal, не пятый часом, нет? Потому что графон у него очень приятный. Потом кровать поставлю, чтобы спать. Бля, еще и так надо. Дом на вид довольно маленький. Unity? А, это Unity? А что графика такая приятная? Нифига себе, какой Unity. Подожди, это Unity? Да ты гонишь. Бля, графон как у какого-то Crytek'а нахрен. Ты прикалываешься? Это реально Unity? Нихера они соки из Unity выжили. Не, Unity так-то уже гибкий, хороший, но нифига себе. Очень красивая графика. Бросает за глаза, впечатлительно выглядит. Я не всегда понимаю вот эти вот звуки воды. Всплесков, это откуда вообще? Это... Почему я звуки всплесков воды слышу вообще где-то, где воды, блядь, нету? Что? Это нормально? Это вообще законно? Что? Где? Какая? Как будто камни в воду. Вы что же это слышите? Так, кровать, говоришь, в доме надо поставить. А как кровать ставится? Где кровать? Что такое кровать? Что это такое? Изделие, небольшая ловушка, садок. Садок, капканы. А где кровать, блин? Это что? Обычная стена, забор. Надо забор, блин, тоже поставить, кстати. Дверь. О, дверь. Нихера непонятно. Так, подожди. Сука, сложная тема. Так, деревянная платформа на дереве. Платформа на дереве. А смысл ставить на дерево, если они лазят по дереву? Дорожка из камней, дорожка из палок. Горшок для растений, кашпо. Что такое кашпо? Бля, где кровать? Мебель. Скамейка, скамейка, стол. Господи, скамейка, стол, серьезно? Убежище. Дом на дереве. Стул, кровать, кровать, кровать. Господи, дом какой-то мелкий. А как сюда кровать-то поставить? Она не влезает сюда. И что мне делать? Или я не могу поставить, потому что он типа еще не достроился. Может быть из-за этого, конечно. Ладно, достроим, попробуем еще раз. Ну да, логично, хорошо. То есть у меня дом, по факту, это одна большая кровать. Я что-то не понимаю, что я делаю не так? Ладно, буду разбираться по ходу дела. А...
Я просто хочу достроиться и потом пойти по острову попутешествовать, посмотреть хоть немножко, что тут еще есть. Помимо аборигенов. Ну, в смысле, помимо... Вообще, в принципе, посмотреть, что тут есть. Но я так понимаю, что для начала, чтобы это сделать, мне нужно хоть немножко обустроиться, иначе мне жопа будет. Как я понимаю. Хотя, с другой стороны, может быть, можно и сразу бежать и искать какой-нибудь дом. Ну, как бы так выразиться... Просто дом, я не знаю. Чей-нибудь. Аборигеновский, например. Господи, нихера что-то на него надо, конечно. Мы все строим и строим, строим и строим, строим и строим. Я думал, это будет быстрее. Честно признаюсь. Офигеть, это долгий процесс. Работу есть я, пожалуй, не буду. Хотя, блин, я аборигенов жру, с одной стороны, мне это рыба. Я надеюсь, тут приливов нет, потому что я довольно близко построил дом. И я надеюсь, что... Ну, к берегу, в смысле. Я надеюсь, что его не смоет нахрен. Пиздец. Когда-нибудь мы его достроим, чат. Когда-нибудь данное чудо произойдет. Немного еще, да, я вижу. Так, брат, братан, братишка, стой. Давай, я сам дострою дом. Я надеюсь, он справится в этот раз с тем, чтобы достроить костер. Вода красивая. Блин, вообще игра выглядит очень секси. Охуенно ты костер строишь. Ты просто невъебический молодец. Работник, блять, месяца просто. Я тебя в рот шатал. Нам выживать вообще не надо, да, подумаешь? Работник, ёб твою мать, года. Красавелла, чувак, блин. По-другому и не скажешь вообще. Лучше просто. И сел отдыхать. Ты мой хороший, блин. Давай. Это. Там кровать надо сделать, блин. Бегом. Темнеет, мать твою. А я не хотел втыкать, блин.
Да не втыкай. Что ты? Зачем ты? Ёб твою медь, как все сложно. Ладно, иди достраивай кровать. Я пока знаю, что сделаю. Где там забор был? Палатка. Переключить мебель. Обычная стена. Как забор поставить, блядь? Це вроде ломать. Так, подожди, забор, блин, где за... Во, забор. Чё он такой хреновый, хлипкий? А как сделать забор более сильный? О, нихера мебель из костей. Сука, сложно, твою медь просто пипец какой-то. Так, платформа на дереве надо на всякий случай так же сделать, иначе жопа. Да не сиди ты, блин, чувак, у нас... У нас, блин, время пиздец как поджимает. Иди херач. Херач, блядь, бегом. Ебучие пироги, что ты делаешь? Сейчас я сделаю тут себе все светлее, для того, чтобы будущие красавцы, которые прибегут, не могли прям вот так вот в упор подкрадываться, ну или чтобы это хоть было не так сильно. Нужно больше света. А моему напарнику есть не надо, он ему там норм, да? Снизи с кнопки листа я нажми, там есть забор. Ща. Вот. Все. Так, ну давай на это сохранение. И ночью, я так понимаю, наступает ночь, я иду спать, да? То есть не сидеть, не пыжиться. А что ты завершил? Это будет дополнительная платформа, на которой мы... У нас больше нет веревок. А где брать веревки? А я могу скрафтить веревку? Да ночь типа жесткая. Да я уже понял. Вот, я хоть немножечко осветил всю территорию. Искать надо. А, ее нельзя скрафтить из какой-нибудь травы там и прочего говна, нет? Там, где их палатки? Бля. Так, и забор строй. Хорошо, давай, посмотрим. Забор, как его делать, я так и не понял. Как ты там писал? Снизу есть кнопки, листай, жми и найдешь забор вроде. Убежище, дом на дереве. Мебель. Хранилище.
хранилище, прочее, садоводство, капканы, убежище, дом на дереве, мебель, сука. Это все мне не помогает. Базовый пол, обычная стена, дверь, окно, порог, блять, балки, крыша, подоконник, сука, лестница, сука, рампа, сука, защитная рампа. О, сука, забор. И как это делается? Подожди. Берешь бревно, ставишь много бревен, бревна рубишь и ставишь вот это. Это делается вручную или как это работает? Чат, поясни. Так, давай пробовать, я не умею. Блин, я думал, мы на эту платформу забираться будем, а без веревки не работает. Муа, перфекто. А ему нельзя, блин, приказать строить забор? Так, давай, знаете, что сделаем? Ща. Да нет. Я подумал одну вещь, сейчас попробую. Вот это. Забор готов, да, но мало. Иди сюда. Я не могу тебе дать палку, блин, я не могу тебе дать копье. Ты издеваешься? Почему? Я не могу сделать так, чтобы ты защищал. Иди хотя бы ягоды возьми. И отдай мне. Что это было? Возьми предмет. А как листать? Я не могу, все. Не могу листать. Не могу дать ему предмет. Делай хоть что-то, иди тогда костер херач. Давай. Еще один. Давай, бегом. Иди, блядь, работай! Ёбаный в рот. Тратил, ляпердил, блин. Какого хрена ты так тупишь, чувак? Все, я пошел спать. Чует моя жопа, неприятности придут сами. Что он делает, блядь? Куда ты пошел ягоды собирать? Я не успею за один застроить забор.
Ну, хоть так. Ну вот, это уже хоть похоже на что-то. Я все осветил специально для того, чтобы хоть что-то было видно. Иначе я так темно было, ничего не видел в предыдущий раз. Я уже так-то молодец, смотри, чат. А почему я спать не могу? А в чем проблема, чат? Я нажимаю или... А, подожди, буква Я, это что? А, буква З. Господи, я на R нажимаю. Потом вспомнил, что это по-русски. Буква Я. Молодец, ягоды собирать хорошо. Я веган, я питаюсь ягодками, братан. Я питаюсь ягодками, блять. Я питаюсь ягодками. Молодец, молодец, собирай хорошо. Доделываем забор. Вот бы мне еще веревку найти. Вода нужна? Ой, кстати, да. Так, слушай, раз я не могу доделывать забор, потому что я иду за водой. Так как у меня проблема с этой точки зрения. Почему я не могу сказать ему, чтобы он воду мне принес? А, но это тоже нужна веревка, стопа. Есть тут что-то, блин, на что веревки не надо? Дом на дереве. А, на это нужна веревка, хотя тут и не написано. Бля, я не хочу, чтобы ты тут сидел без дела, скажем так. Где был капкан? Погоди, капкан, веревочный мост, веревка, палка, дрова, огонь, палатка. О, стопэ, усиленный костер можно сделать. Огонь на подставке. Господи, а где капканы были? Огонь, дрова. Сейчас, братан, я думаю, что тебе сделать, стопэ. Это доброе каждый день. Понял, спасибо. Хранилище, прочее. Садоводство. Горшок для растений. Капканы. Садок. Я понятия не имею, где и как лучше ставить капканы. Наверное, мне кажется, в лесу, я хер его знает. Чисто по логике. Вот сюда вот ебану. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Живи. Так. Сейчас. Все, братан, строй давай, я пошел. А то мне жопа. Да все хорошо, там была река. Сейчас мы до нее доползем, не ссы. Не ссы, брат, братан, братишка, не ссы. Не ссы, не ссы, не ссы, не ссы, терпи. Ты же не сдохнешь? Это же море. Нет, я... Ну, неважно, но я пил из него в предыдущий раз, и было норм. Так что насрать. Блин, я аборигена живьем сожрал. Вообще насрать. Я вот и бегу к реке, вон туда. В предыдущий раз, когда вот я немножко играл же, я же ж как раз там строился, возле речки. И там была вода, из которой я мог пить. Фух.
Но вот где-то здесь я уже и мог пить. Вот как раз вот я здесь предыдущий раз строился, вот в этом месте. Во, отлично. Хорош, хорош. Все, сейчас я быстренько захавываю ягоды. И капкан, ну, сработает. Я еду найду с помощью капкана. Как здесь охотиться? Где брать еду? Где брать что-то, кроме ягод? Я ни одного животного не видел. Могу ли я сделать лук? Аборигены? Единственное, это, серьезно? А не животных, ничего, только аборигены? Что, ягоды и аборигены и все? Писец. Есть животные? А как их убивать? Ну, в смысле, где их найти? На одних ягодах я долго не просуществую. Рандом в лесу. А я могу каким-то способом лук сделать? Есть для этого какой-то рецепт? Ну, не знаю, там. Веревка нужна, бля. Твою медь. Ну хорошо, давай немножко пробежимся. Хоть осмотрим остров. Ягоды, конечно, по полю я тоже, походу, буду искать, потому что одной шоколадки явно маловато. Так, я жив? Я буду все бегать собирать. Давай попробуем. А, вроде не откинулся. Ягоды, конечно, не сильно утоляют голод, что логично, но все-таки это лучше, чем ничего. Огромное спасибо за просмотр, друзья. Надеюсь, вам все понравилось, и вы не забудете поддержать это видео лайком и комментарием. Мне будет очень приятно. Если понравилось у нас, подписывайтесь. Вдруг вы этого еще не сделали. А также не забудьте подписаться на группу ВКонтакте. Расписание стримов находится именно в ней. Ссылочка в описании. Увидимся, друзья, буквально скоро.